На протяжении веков во многих культурах мужчины носят бороду. Растительность на лице является показателем зрелости, состоятельности, а в последние годы еще и модной тенденцией. Но для чего именно природа наградила мужчин бородой, не для дополнительной или защиты от холода? На первый взгляд, плотность волос даже самой густой бороды ставит под сомнение ее согревающие качества. Однако можно встретить информацию, что борода действительно способствует сохранению тепла. Например, утверждается, что проведенное китайскими учеными исследование с участием нескольких добровольцев показало, что температура поверхности кожи в местах, где растет борода, была на 1 градус больше, чем на заранее выбритых участках. Стоит отметить интересный момент, что некоторые специалисты, поддерживающие данное исследование, полагают, что многовековое ношение бороды мужчинами привело к облысению, которым страдает большое количество мужчин по всему миру. Якобы наличие одновременно густой шевелюры на голове и плотной растительности на щеках и подбородке приводит к перегреву головы. Поэтому природа постепенно старается привести температуру в норму, лишая мужской пол растительности на голове. Но, конечно, это лишь одно из предположений, которое нуждается в дополнительных исследованиях. И все же большинство ученых считает, что эволюция дала сильной половине человечества бороду не как способ дополнительно согреться, а как инструмент для привлечения женщин. В первобытных племенах пышная борода говорила о мужской силе, зрелости и влиятельности самца, которых и старались выбрать самки. Поэтому если вы, обладая пышной бородой, чувствуете, что она помогает вам справиться с холодом, знайте, что это лишь приятный бонус к ее основной функции. Теперь вы знаете истинное назначение бороды. Напишите в комментариях те, кто носит бороду, помогает ли она действительно зимой согреваться или нет. Также не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал.